Дізналися детальніше про конкурс «Квітка прибужжя». Хотілося б від вас дізнатися про те, хто є організатором цього конкурсу, хто є його засновниками. Как я говорила, основателем конкурса является директор Николаевского областного центра, и организатором тоже является областной центр. Помогают нам в организации управления культуры и дворец культуры молодежный, который любезно предоставил нам зал, аппаратуру и всячески помогает нам для того, чтобы дети, которые приехали с районов Николаевской области, в этом году участвуют 14 районов. То есть мы охватили очень большие масштабы Николаевской области, и все дети, которые приедут, они могут открыться, показать свой талант, и в этом помогает, соответственно, нам Дворец культуры молодежи и Управление культуры. Кто же будет красунь оценивать? У нас есть жюри. Главой жюри является Наталья Анатольевна Баштовая. Также Дорош Анжела Ивановна, это главный специалист управления культуры. Акманов Денис Александрович, заместитель директора Николаевской филии Киевского национального университета культуры и искусств. Мирлянова Ольга Анатольевна, хореограф тоже университета. Мы пригласили в жюри всех специалистов, охватили все жанры, и вокальный, и хореографический, и театральный. Независимо от того, что будут показывать наши участницы, наше жюри сможет достойно их оценить и, соответственно, дать им определенные призы, места, и все не останутся без внимания. Якою буде конкурсна програма, тому що, я думаю, це цікаво дізнатися нашим телеглядачам, до чого, до якого видовища їм готуватися. Будет все проходить в форме яркого детского праздника. Начнется конкурс с того, что девочки в красивых платьях представляют себя, свою семью, свой цветок. Каждый это будет делать по-разному. У нас в условиях конкурса прописана театрализованная композиция «Дефиле привитания». И каждый придумает по-своему, как он себя представляет, чтобы ему было комфортно. Некоторые в форме песни, стихов, некоторые делают целые сказки, в которых выступают сказочными героинями. То есть это будет яркое-яркое действие. И на завершение это творческий конкурс, где дети будут удивлять своими талантами, своими вокальными способностями, хореографическими и, соответственно, театральными. До нашої студії сьогодні також завітала переможниця 2015 року «Квітка прибужжя», володарка спеціального призу від журі. В першу чергу, я думаю, хотілося б дізнатися, що ж це за спеціальний приз? Ну, це таке поощрення від журі, яке, ну, практично, як сказати, перед гран-при. Да, Вера у нас участвовала в 2015 году, это было самое начало конкурса, впервые он проводился, потому что сам конкурс проводится раз в 2 года. Угу. Она была яркая, незабываемая, и жюри решило ее поощрить. У нас было 2 яркие участницы, одна с Баштанки, которая взяла гран-при, и Вера, которая поразила всех и своим выступлением, и своим талантом, поэтому ей и дали специальный приз от членов жюри. Іра, чим тобі запам'ятався 2015 року конкурс «Квітка прибужжя», які найяскравіші спогади? На самом деле сама идея цветов очень оригинальная. И на конкурсе был представлен не только возможность проявить свой талант, а также хореографический конкурс, визитная карточка, театрализация, то есть масса возможностей проявить себя. Ну и, конечно же, наверное, потому что была разрешена коллективная работа, то есть со мной поехали все мои друзья, мои родители, и это и поддержка с их стороны, с підтримкою, и тоже интересно, да, когда на сцене очень масса людей. Чи важко тобі далась перемога? Тому що на конкурсах краси, на конкурсах талантів завжди дуже сурова конкуренція, дівчата просто сидять на сторожі своєї перемоги. Як тобі далась ця перемога? Ну, звісно, була проделана дуже огромна маса роботи. Готовились вместе, то есть не только с моей стороны, также я уже говорила, что со мной ездил весь мой коллектив, все мои друзья, тоже там театрализация, визитная карточка, все придумывали, но я хочу сказать, что главное, чтобы было желание. Если есть желание, то легче становится в любой работе. С бажанием шла до перемоги. Да. Расскажи про твою конкурсную программу, что ты готовила, потому что ты уже неодноразово сказала, что тебе у цьому допомагали твои родные, твои друзья, твой коллектив. Вначале это, конечно же, было дефиле. Нужно было представить себя, свой цветок. Затем... Какой фиточкой ты была? Фиалочкой. Боже, какая да. Гарная и нежная квитка. Да, ну вообще, если честно, я попала на шиповник сначала. Да, у нас есть цветочный гороскоп, который помогает детям выбрать для себя цветок, потому что им нравится очень много цветов, и определиться с кем-то одним они не могут. Поэтому мы им даем в рекомендациях цветочный гороскоп. Но видите, как с Верой, в ситуации с Верой, не всем нравятся цветы, которые им подходят по дате рождения. Вот у Веры был шиповник, но она решила все-таки быть фиалкой.
Я думаю, фіалочка тобі більш підходить. Ти така сама ніжня і тендітна. Естественно, я уже говорила, вначале было дефиле, затем была визитная карточка. Но себя я представляла, я сама девушка себе, по себе очень скромная, поэтому меня представляли несколько человек. Сначала вышли мои друзья, затем вышли родители, то есть моя визитная карточка была в виде песни. Уже говорили, что по-разному придумывают все визитные карточки. То есть песня была про меня, про то, откуда мой талант, когда он начал развиваться. Далее, естественно, рассказывала про свой цветок, это был стих, и творческий конкурс. Я пела песню. Ти дійсно видно, що як фіалочка сором'язлива дівчина, яка трошки скриває усі свої переваги, усі свої здібності. Ось мені цікаво, як дівчина така сором'язлива змогла здобути перемогу? Это, наверное, у жюри надо спросить. Ну, естественно, просто готовились, надеялись, верили. Головне – це віра та надія. Пройшло 2 роки з твоєї перемоги у конкурсі. Як проходить зараз твоє публічне життя? Чи береш участь у якихось конкурсах? Чи дала тобі щось ця перемога? Да, естественно, я брала участь в фестивалі «Артмікс», зайняла там призове місце. Ну и на данный момент я учусь в музыкальном училище, поступила на отдел эстрадного вокала, так что я думаю, что моя музыкальная карьера не закончена. Я думаю, что все будет хорошо в этом плане. Нам очень нравится наблюдать за нашими детьми, за нашими конкурсантами, которые принимают участие в областных конкурсах, фестивалях, как складывается их дальнейшая судьба. Вера – это не единственный представитель, который дальше продолжит свою, так сказать, музыкальную карьеру. Очень много девочек поступило в колледж культуры, в училище культуры, в университете учатся. И мы рады тем, что мы помогаем нашим детям раскрыть их таланты, двигаться вперед, никогда не сдаваться. И в этом, наверное, преимущество наших конкурсов. Я думаю, что також перевага саме вашого центру народної творчості в тому, що з одного конкурсу ваші переможці можуть здобувати перемогу на наступних ваших конкурсах і ще більше вдосконалювати усі свої вміння. Да. Победители областных конкурсов рекомендованы для участия во всеукраинских, то есть у них есть стремление, они знают, куда нужно расти, двигаться, побеждать, усовершенствоваться, то есть мы им в этом всячески помогаем. Хотілося б тепер ще раз нагадати нашим телеглядачам, ми бачимо, які талановиті учасники можуть бути у вашому конкурсі «Квітка прибуття». Тому хотілося б повідомити, де і як вони можуть переглянути конкурсну програму, повболівати за своїх фавориток і, можливо, таки дізнатися, хто стане наступною королевою «Квітки прибуття». Да, дорогие наши телезрители, мы бы хотели пригласить вас 7 октября в эту субботу прийти в Дворец культуры молодежи и поддержать всех наших участниц сначала в 10 часов. Я думаю, вы вместе с нами насладитесь их яркими образами и их талантами. Приходите, будем рады вас видеть. На всех конкурсах краси есть традиция, что переможниці минулорічних конкурсов передают свою корону наступным попередницам. Сегодня от тебя, Віра, хотелось бы почути какие-то слова привітання та, можливо, слова пора ради для наступних учасниць, яким ти можеш побажати вже як переможниця, як іти до своєї мети, як іти до перемоги. На самом деле я всегда придерживаюсь правила, что не важно, сколько раз ты победила, а сколько раз попыталась победить. То есть первый совет – это, конечно же, нужно участвовать везде и во всем, то есть всячески проявлять себя и не упускать такой возможности. Во-первых, это личный уровень и для себя, потому что все люди, все волнуются, не всегда, не на всех конкурсах может быть все гладко, но чем больше будет таких тренировок, тем больше будет привыкать, и, естественно, если заметят, что вот девочка старается, если, я уже говорила, если есть желание, что она пытается всячески проявить себя, пытается не упускать таких возможностей, то, естественно, ну, я так думаю, что будущее будет хорошее. Дякуємо вам, дівчата, що сьогодні завітали до нашої студії, розказали про таку чарівну квіткову тему. Я сподіваюся, що Миколаївщина зовсім скоро забуяє цілими квіточками і з'явиться ще більше квіточок прибуття. Вам дякуємо.